羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。Согласно источникам, в мире около 20% людей смотрят аниме. Аниме – это японская анимация, которая предназначена для подростков и взрослых. Она имеет очень много жанров и разнообразна. Существует много фактов об аниме, о которых вы, возможно, и не догадывались. Изначально аниме был жанром для детей, который служил в образовательных целях. Спустя годы эволюции аниме стало задевать более серьезные проблемы. Один из первых аниме-фильмов, вышедший в 1945 году, «Мамотару Уми но Шинпей», был спонсирован императорским флотом Японии. Хаяо Миядзаки по праву можно считать самым лучшим аниме-режиссером. Его фильм «Унесенные призраками» получил Берлинскую премию как самый лучший фильм, а не лучший мультфильм, а также он был номинирован на «Оскар». Аниме смотрят многие голливудские знаменитости, такие как Леонардо Ди Каприо, Уилл Смит, Киану Ривз, Зак Эфрон и другие. Основоположником современного аниме-стиля можно считать Осаму Тедзука. Тедзука повзаимствовал идею с рисованием больших глаз у компании Walt Disney. Сделано это для того, чтобы эмоции передавались через глаза. Многие люди в мире не понимают и не признают аниме. Для них это детский мультик. Но лично для меня аниме – это часть культуры, которая интересна изучать и узнавать.